есть некоторые переживания. Ребенок поступил на первый курс. Неприятные чувства, некоторые чувства тревоги, наверное, потому что с другого города, другие люди. Ну, ребенок сам выбрал этот университет. Ну, я думаю, все получится. Детство закончилось. Поэтому... Детство закончилось. Новый этап жизни. По собственному опыту скажу, лучший, наверное, в жизни, самый запоминающийся. Дай бог. Всем удачи, университет процветания. Всем студентам успехов в учебе, самое главное. Можно сказать, заразился экономикой. Друзья, всем привет! Это дневник ФНТВ. 1 сентября 2021 год. На самом деле мы счастливые люди, потому что Новый год у нас наступает дважды в году. 1 января и вот 1 сентября новый учебный год. Сегодня мы пройдем почти по всем корпусам финансового университета. Начинается наше утро здесь, на факультете МЭО, с большой презентацией. Мы встречаем первокурсников. Оставайтесь с нами. Конечно же, все только начинается. Я желаю каждому первокурснику успехов и новых начинаний. Первых курс задать вот хорошую планку, вот, а там уже все само будет. Надеюсь, все будет хорошо и выучимся, пойдем работать, покорять новые вершины, и все будет хорошо. Дальше успех, работа, карьера, личностный рост. Ну, я мечтаю просто реализоваться в жизни, найти свое дело, найти себя. Дорогие первокурсники, я декан факультета международные экономические отношения Алексеев Михаил Юрьевич. Хочу поприветствовать вас, поздравить с Днем Знаний, пожелать отличной учебы. Я думаю, это будут самые лучшие годы в вашей жизни. Постарайтесь провести их с пользой, интересно, чтобы они запомнились на всю жизнь и были счастливыми. И буквально через несколько минут мы оказались здесь, на Малом Златоустинском переулке, на нашем финансовом факультете. Здесь тоже происходит встреча первокурсников. Приедет декан факультета Антон Германович Силуанов, ректор финансового университета тоже будет здесь. Пойдемте знакомиться с первокурсниками и общаться. Всех студентов с новыми возможностями получить новые знания. Надо этим пользоваться. И я желаю успехов в ваших первых шагах вашей карьеры. Потому что учеба в институте дает основу знаний, которые вы будете пользоваться в дальнейшем всю жизнь. В начале 10 класса я выбрал предпочтение физики к механике, так как моим главным кумиром был Исаак Ньютон. Но поближе изучив его биографию, я также узнал, что он был успешным
финансистом и долгое время занимал должность министра финансов Соединенного Королевства. Я, можно сказать, заразился экономикой, и физика как бы отпала на второй-третий план. В первую очередь я хочу получить достаточно большую базу знаний и дальше не останавливаться, учиться. И в процессе обучения мы учимся всю жизнь. Я очень хочу принести пользу нашей стране, нашему обществу. И не ради мании величия, не ради мании власти, но я хочу оставить свой след в истории нашей великой России. Сегодня на всех факультетах происходит встреча первокурсников. Сейчас мы свяжемся с нашим специальным агентом Екатериной Мелехиной, факультет налогов, аудита и бизнес-анализа. Катя, как обстановка? Доложите. Да, Сергей Александрович, добрый день, я вас слышу, отлично. Сегодня мы находимся на Верхней Масловке, 15, на факультете налогов, аудита и бизнес-анализа. Состоится совсем скоро, через несколько минут, большое торжественное мероприятие, открытие Дня знаний, где выступит декан, заместитель деканов, различные представители администрации факультета, работодатели. Скажут ребятам напутственные слова и расскажут о том, что их ждет в новом учебном году. С 1 сентября и с Днем знаний, пойдемте знакомиться. Я вам все расскажу. Я считаю, что практика, которую применяет университет, в части того, что приглашает работодателя, дает возможность пообщаться с работодателем и понять дальнейшие возможности в части стажировки, в части выбора своей специализации, в части углубления своих знаний. Это очень важная практика, мы ее поддерживаем. Хочу сказать, что это действительно и сложный, и очень интересный период жизни ребят, потому что помимо того образования фундаментального, которое они получат в финансовом университете, в лучшем вузе России и вузе, который находится на мировом уровне, скажем так, здесь также они смогут научиться работать в команде, да, получат навыки командной работы, получат возможность участвовать в студенческой жизни и, безусловно, обретут друзей, которые в дальнейшем станут их коллегами. Поздравляем наших первокурсников с тем, что они поступили в финансовый университет, с тем, что они поступили на наш факультет. Мы уверены, что они станут высококлассными профессионалами, что они построят свою карьеру, будут зарабатывать много денег и прославлять наш финансовый университет. Но получить красный диплом, это я не знаю, я тут только первый день, а так, может быть, хочу получить множество знаний и с опытом работы выйти отсюда. Мне кажется, образование очень важно в современном мире, потому что образование – это то, на чем строится наш мир, в принципе, и то, с помощью чего мы сможем дальше продолжать нашу жизнь, то, как мы будем дальше работать. Все вот это строится на образовании, на той базе, которая нам сейчас дают в университете. Хотелось бы завести связи, новых друзей, набраться опыта. Я думаю, об этом мечтает каждый студент. Я поэтому приехала в Москву из другого города, чтобы получить хорошие знания. Настрой боевой. Ожидаю, я не знаю даже чего. Честно, чего-то грандиозного.